Держи. О, у ордена Пылающей Розы новая резиденция? Небогато. Слушай, ты, приблуда, не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Ну, чё ты тут торчишь? Морду тебе отполировать! Интересно, что там внутри. Попахивает фиштыхом. Вы не будете против, если я там осмотрюсь, братишки? Мы будем. И еще как. Довольно шуток. Считаю до трех, и чтобы тебя тут не было, бродяга. Уразумел? Раз, два. У меня другая идея. Ты будешь считать до 100. Уразумел? 3. 4, 5, 6. Вот и хорошо, а теперь отойдите. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24. Что? А ты что за дьявол? Я ведьмак, или как чаще называют меня твои собратья, выродок или мутант. Тебя здесь быть не должно. А рыцари Ордена Пылающей Розы не должны убивать людей и заниматься наркотиками. Верно, мы не должны. Мы должны защищать угнетенных. Нести веру и вечный огонь. Но Родовид обманул нас. Он нарушил слово, послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда орден истек кровью, просто распустил его. Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями. А тех, кто осмелился перечить, изгнал или бросил в темницу. Нас осталась горстка, и мы должны были искать себе новое место в этом мире. И вы стали бандитами. Интересно, что сказал бы на это Зигфрид из Денесли? Зигфрид из Денесли? Откуда ты его вообще? Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Альдерсберга. Так и есть. И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель. С тебя, проклятый мутант! Бери свой меч! Не кричи.
достаточно вежливой просьбы. Иди сюда, сука! Ну иди! Цып-цып, гули-гули! Что, драться расхотелось? Как умирать будешь? Быстрее, ваша мать!
Но! Рад тебя снова видеть. Копии чертежей уже готовы? Готовы. Прошу тебя, прими их вместе с моей благодарностью. Благодарю. Доброго тебе здоровья. Стойте! Погодите! Не вы ли Геральт из Ривии? Смотря кто спрашивает. Третий отдел казначейства, филиал в Дориане. Перед вами его представитель, инспектор Хачибор Пятка. Мое почтение. Ну и в чем дело? В ваших незадекларированных доходах. Простите? До нас дошли слухи, что за несколько последних месяцев вы значительно обогатились. Что возбудило наши подозрения? У вас более важных дел не нашлось? В данный момент нет. Поэтому прошу не выкручиваться, а отвечать на мои вопросы. Профессия. Ведьмак, убийца, чудовищ. Так-так. Индивидуальный предприниматель, услуги по дезинсекции, дератизации, демонстризации. Далее. Вели ли вы когда-либо оптовую продажу необработанных коровьих шкур в окрестностях Белого сада? Ну, может, один раз или два. Во всяком случае, не более трех. А вы затем подавали декларацию по форме НДФЛ-30/В в отделе казначейства по месту жительства? Нет? Ну, вот то-то. Хорошо. Далее. Приобретали ли вы в текущем налоговом году раковины с целью продажи находившихся в них жемчужин? Даже если и так, что в этом плохого? Статья 86 Гражданского кодекса гласит:
Лицо, умышленно приобретающее товар ниже рыночной стоимости, пользуясь при этом незнанием продавца, подлежит денежному штрафу в размере 200% от полученного дохода. А теперь попрошу ответить, торговали вы этими жемчужинами или же нет? Ну, к сожалению, случалось, но я не знал, что это противозаконно. Игноранция легис нон экскузат, говорили древние враны. Незнание закона не освобождает от ответственности. А теперь последний вопрос. Вы когда-либо присваивали себе чужое имущество? А что это значит? Это значит, проникали ли вы когда-нибудь в чужой дом и забирали ли оттуда что-то без разрешения? Да что вы, кодекс Ведьмака запрещает. Я рад, что вы так уважаете правила вашего цеха. А теперь прошу минутку подождать. Ответы из графы Б сравниваем с таблицей 7, учтем коэффициент бездетности, льготу в 7,3% в связи с профессиональным риском. И готово. Возьмите. Что это? Счет на оплату задолженности по налогам. Прошу оплатить его в банке Вивальди. Но я ведь никогда не платил налогов. Вот именно. Поэтому и задолженности значительные. Очень советую вам отнестись к этому делу серьезно. Крысы канцелярские. А что для вас, ваша милость? У меня тут все. Отчетов до ржаной водки. Бумаги, пожалуйста, и бутылочку туши. А бумаги-то как раз и нету. Армия реквизировала на военные цели. Бумагу? На военные цели? Да понимаете, все эти указы, приказы, декреты там, запреты. Гляди, надо же их на чем-то гляди. Писать. Наш домик в Изиме, в торговом квартале, с красной черепичной крышей. Не знаю, стоит еще? Да. Эй, и куда ты прешься? Что, тебе жить уже надоело? Там в каналах чудище страшное сидит. Лучше от него подальше держаться. Говорят, оно уже много девок забрало. Да и воин туда не один входил, а никто не вернулся. Слава Родовиду! Из Ривии, я полагаю? Да. Приветствую еще раз.
Так что, подкинешь мне интересной работы? Так вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно! Вот увидишь, ты останешься доволен. Будь здоров. Что-нибудь от боли в животе. Со вчерашнего дня у меня вот тут болит, ниже пупка. Советую вам листья гиперикум перфоратум или же зверобоя продырявленного. Снимает спазмы мышц, очищает желчные пути. Страшно вы ученый для торговца. Так ведь я до войны в академии ботанику преподавал. Все ко мне! Вам сюда! И откуда здесь такая диковина? Роженька у тебя такая. В жизни такой не видал. Yeah.
Умный клиент сразу поймет. Сдавайте неправедные книги, в особенности гримуары и трактаты. Священный огонь порочный. Ничто не причиняет такой боли, как жизнь. Вим, ты можешь для меня кое-что сделать? Ой, боюсь, что нет. Нет? Понимаете, пришло уведомление, что у вас долги по налогам, и я не имею права вас обслуживать до тех пор, пока они не будут выплачены. Ох, ну так и быть, заплачу. Я думал, что порталы — самая мерзкая вещь на свете. А нет, налоги хуже. Стойте! Погодите, не вы ли Геральт из Ривии? Смотря кто спрашивает. Третий отдел казначейства, филиал в Дориане. Перед вами его представитель, инспектор Хачибор Пятка. Мое почтение. Ну и в чем дело? В ваших незадекларированных доходах. Простите? До нас дошли слухи, что за несколько последних месяцев вы значительно обогатились. Что возбудило наши подозрения? Что ж, понятно. Охотно их развею. Профессия. Ведьмак, убийца, чудовищ. Так-так. Индивидуальный предприниматель, услуги по дезинсекции, дератизации, демонстризации. Далее. Вели ли вы когда-либо оптовую продажу необработанных коровьих шкур в окрестностях Белого сада? Это какая-то шутка? Ну, конечно же, нет. Хорошо. Далее. Приобретали ли вы в текущем налоговом году раковины с целью продажи находившихся в них жемчужин? Даже если и так, что в этом плохого? Статья 86 Гражданского кодекса гласит: лицо, умышленно приобретающее товар ниже рыночной стоимости, пользуясь при этом незнанием продавца, подлежит денежному штрафу в размере 200% от полученного дохода. А теперь попрошу ответить, торговали вы этими жемчужинами или же нет? Нет, я никогда ничего такого не делал. Слово ведьмака. А теперь последний вопрос. Вы когда-либо присваивали себе чужое имущество? А что это значит? Это значит, проникали ли вы когда-нибудь в чужой дом и забирали ли оттуда что-то без разрешения? Да что вы, кодекс ведьмака запрещает. Я рад, что вы так уважаете правила вашего цеха. А теперь прошу минутку подождать. Ответы из графы Б сравниваем с таблицей 7, учтем коэффициент бездетности, льготу в 7,3% в связи с профессиональным риском. Все совпадает с точностью до кроны. В самом деле, вы исключительно честны. Не могу не согласиться. В наше время честность – большая редкость. За нее обязательно нужно вознаграждать. Прошу вас. И что же это? Это почетный диплом законопослушного налогоплательщика. Я бы повесил его в красивой рамке на самом видном месте. Мои поздравления.
что решать. Знаете, ни дня, ни часа. Мы не встречались случайно в Лок-Муинне. Твой друг отомщен. Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял. Это были братья Ордена, пылающие розой. И что ты с ними сделал? Жёг их раскаленным железом? Выколол им глаза? Спустил с них кожу? Нет, я просто их убил. Эх, такой красавчик и такой скучный. Вот тебе, кошачьи глазки, твое золото. Купи себе на него пару унций куражу. Главный Геральт из Ривии, я полагаю. Мы не встречались случайно в Лок-Муинне. Каждый грешник сгорит. Лучшие товары по эту сторону Бонтера. Ведьма. Эй. И куда ты прешься? Что, тебе жить уже надоело? Здрасте. Там в каналах чудище страшное сидит. Лучше от него подальше держаться. Говорят, оно уже много девок забрало. Да и воин туда не один входил, а никто не вернулся. Сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц на что сдался? Раны резаные явно от клинка. Это работа не чудища. Смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого.
Фанни? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Шанни, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Черт бы побрал! Все зря. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Вузимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. Все мертвы. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, плевалось ядом и как бы чавкало. А, то есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одну из стен. Чего ты хочешь, Геральт? Осторожно. Чудище все еще может быть где-то здесь.
Это солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром. А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы. Тогда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились, но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт, но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Будь осторожна! Гнусный же ты. Геральт, что с тобой? Я в порядке, а ты? Как ты сюда залезла? У Верна был при себе ключ от решетки. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Порядочно утопцев. Это что-нибудь значит? Ну, чудовище явно на них не нападает. Может быть, то, что здесь рыщет, живет с ними в каком-нибудь симбиозе? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу, немного выше колена. Ты чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою.
Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью. Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Шами, берегись! Встань! Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на потом. Шали, может, возьмешь пробу отсюда? Ну да. А вместе с ней землю, щебень и дерьмо утопцев. Мне нужен чистый образец. Лучше всего из логова. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Эта несчастная, кажется, пыталась отсюда выбраться, но не сумела. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Полно убитых утопцев. Странно. Я думала, что чудовище их не трогает. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, и эта вонь. Должно быть, мы в логове. Свежая. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А у меня как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. Тебе хватит того образца? Надеюсь. Но еще хочу взять образец свежего яда, когда ты убьешь чудовище. Для противоядия? Зачем оно, если чудище будет мертво? У меня есть пациенты с отравлением. Им лекарство точно пригодится. А прочие образцы я исследую. Кто знает, какие у них свойства. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Шани, смотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт.
Лавек Кар. Гадараш Айлвуд. Что? Что происходит? А, наконец-то ты очнулся. Еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отражением в параже. Что за... Где это я? На Альбатросе. Или скорее на Фагмархиле, на этом чудном языке. Плывем в Афир. Не припомню, чтобы записывался в матросы. Да нет, брат, это они тебя сами сюда прописали. Ты, говорят, убил их принца? Чтоб тебя, ничего не помню. Каналы, огромная жаба, потом чьи-то сапоги. Если этой жабой правда был принц, повезло, что я еще жив. Это как посмотреть. Я немного знаю Афирский и слышал, как они говорили, будто их король послал сюда, чтобы найти и расколдовать принца. Они поклялись ему своей честью и честью своих семей на 5 поколений, что привезут его живым и здоровым. А я его убил. Прекрасно. И теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца пред светлые очи короля. Ну а ты кто такой? Филиппе Калагранде. Мелкий вор, профессиональный шулер, а в свободное время экскурсовод по Аксенфурту. К вашим услугам. А ты-то почему тут? Тоже убил какого-то принца? По их мнению, я к этому причастен. Они наняли меня проводником, а я привел их в каналы, когда ты уже распорол брюхо этому их королевичу. Ну, прости. Да ты ни при чем. Я ведь мог бы сидеть ровно в алхимии и играть себе в гвинт, вместо того, чтобы похваляться, что знаю Аксенфурт как свои 5 пальцев. Давно мы отошли от берега? Хрен его знает. Нет, наверное, не так давно. Хотя, может быть... Да какая разница? Большая. Если меня должны казнить, то я особо не тороплюсь. А я, в общем, даже рад, что плыву в Афир. Говорят, у них там белые кони в черную полоску. Всегда хотел посмотреть. Может быть, это черные кони в белую полоску? Не, черные в белую полоску в Зангвибаре. Это я точно знаю. Со мной была девушка, рыжеволосая медичка. Ее тоже схватили? Я там никого не видел, кроме тебя. Был один. Хорошо. Значит, все-таки убежала. Надеюсь, она добралась до дома. Ты пробовал отсюда выбраться? А то. Употребил все свое обаяние, да только зря. Видно, плохо я знаю Афирский. Я вообще не знаю. Мы будем плыть, наверное, с месяц. Могу тебя поучить. Элькаль Орьялле! Что он говорит? Велел нам заткнуться. Произошло недоразумение. Я могу поговорить с капитаном? Эляль Соха! Галаветкар Уальбатагель! Молчи, собака. Ты убил принца и ответишь за это. Гилиам Валар Куарваретене! Если бы я, ты был бы уже мертв. Ревагернерам Эахарер. Право мести принадлежит не нам, а королю. Мы поклялись честью. Как сказать, отведите меня к капитану? Вальд Алехе Уль Эгула. Как? Эльхай! Вальд Алеге Ур Эгеллет. Что случилось? Что он сказал? Чтобы ты тихо сидел, и что через 2 недели будешь висеть. А потом добавил,
Посмотрим, кто будет смеяться последним. Почему? Что я сказал? Ты выдал что-то вроде «хочу танцевать его нос». Ерунда. Прекрасно. Успокойся. Что с ними болтать? Знай себе, курлыча злобно, да надуваются. Ты заметил? Как те рыбы? Как их? Как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем. Есть с ними наемник, похожий на Айдирнса. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный, чародей, на нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно. Хватит языком молоть. Ты лучше вздремни немного. У нас впереди долгий путь. Мне спать не хочется. Зато очень хочется, чтобы здесь был кто-то, с кем можно договориться. Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Помню. Мы встречались в Белом саду. Ты... Гюнтер Один, по прозвищу Господин Зеркало. Я помог тебе найти Йеннифер. А теперь вот снова встретились. И, похоже, тебе снова нужна моя помощь. Я слышал, тебе грозит петля. Если только ты не умрешь раньше от здешней кормежки. Я еще не пробовал. Выглядит неважно. Так же, как и твои перспективы. Я бы мог попытаться тебя отсюда вытащить. Ты ведь хочешь отсюда выбраться, правда? Хочу. Да только что ты можешь? О, больше, чем ты думаешь. Я помогу тебе, Геральт. Но я должен быть уверен, что ты меня потом отблагодаришь. Ясно. Ничего не бывает даром. Ничего. В конце концов, я ведь купец. Ну как, хочешь, чтобы я тебе помог? Хочу. По рукам. Когда все кончится, ищи меня в полночь на распутье под Ивами, у деревни Янтры. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл. Черт, что это? Это знак, что мы теперь союзники. С кем разговариваешь? Да, ни с кем. Никогда не любил плавать. Чёртова качка, а у меня морская болезнь. Эх, вот можно было бы так проспать весь рейс. Я на шторм не подписывался. Теперь мое жалование возрастает. Помоги нам добраться до Ахира, и король щедро тебя вознаградит. Что с узником? Мы должны доставить его королю, и клянусь честью, что так оно и будет. А мы не можем просто привезти его голову вашему королю, как того второго. Тот утонул, и мы ничего не могли сделать, а этого мы доставим живым. Кроме того, я хочу посмотреть казнь, которую король ему приготовил. Какую казнь? За убийство наследника престола полагается искупать в смоле, содрать кожу и четвертовать.